Утро начинается с блинов. Воскресное утро начинается с блинов. Это традиция. София там с котом разглядывает календари. Это у нас календарь. Какой, шоколадный? А, это собачий календарь. У нас для Моли... Нет. Для Моли и Бакса у нас еще вот такой календарь. Тут со вкусняшками каждый вот день открываем. Число. Третье число? Я даже не вижу, где оно. Вот оно. Бакс требует, чтобы его на улицу выпустили, орет. Ну иди, поморозь. Давай, давай. Вот так вот. Миша у нас занимается сейчас онлайн. Короче говоря, все пределы. Я есть пошел. Как ты помогаешь маме? Я ем. Я ем, да. Важная миссия. Кто-то должен все попробовать сначала. Календарь свой открывать. А где третье число? А что там? Оля, а где третье число? Вот тут. О, нашла! Давай открываем. Вот там третье число. А это кто-то, блинчик, что ли? Ой, и Бакс прискакал. И Бакс такой. Что там, что дают? А что тут? А что вы тут, скажи, делаете? Моле дают, а мне не дают. Еле-еле мы открыли этот мешочек. Уже, Моля, я уже вся в слюнях, слюни на диване, слюни давай везде. Давай маленький кусочек для Бакса, а для большой для тебя. Постарше надо больше. Дай на зайку хотя бы сделал. Ладно, дай 5. Опять 5, скажи, давай дай зайку. 5. Ну ладно, ладно, поехали.